Добрый вечер. 28, ну, по факту, 29 сентября, чуть-чуть за полночь. Вот, но тренировка будет считаться как от 28 числа. День 5, пару дней пропустил, но по средам, к сожалению, не будет получать записывать. Вот, и набрал достаточно много людей на групповые занятия. По понедельникам, четвергам и субботам тоже не будет, скорее всего, получаться. Вот, но минимум 3 раза в неделю, надеюсь, все же записывать что-то такое. Хотя, кто захочет вступить на групповые занятия, записаться, все еще можно обратиться. Места пока есть. Бюджетно, интенсивно, весело, задорно. Вот, и возникла идея, подсказали попробовать метод тренировок как у шахматистов. К примеру, Каспаров тренер давал позиции, вот, и Каспаров должен был, соответственно, оценить эти позиции из середины игры, из тюбана шахматного, вот, и с точностью до десятой доли пешки оценить, у кого преимущество. Вот, в ГО раньше такого было невозможно, поэтому вообще позиционных задач на самом-то деле крайне мало. То есть вообще большая часть задач — это жизнь и смерть, йосы. Вот, ну, либо там выбор вариантов, типа выберите один из пяти ходов, какой, по вашему мнению, лучший. При этом, если посмотреть сейчас на то, что советуют боты, на то, что какой-то ответ правильный, там, по мнению людей, вот, то видно, что эти задачи вообще лишены смысла. Вот, но так уж шахматистов давно-давно боты превзошли человека в уровне игры, то, соответственно, они уже давно просекли фишку и думаю, почему бы не ввести в ГО вообще новый тип задач. Вот, то есть идея, на мой взгляд, очень интересная. Вот, и суть будет достаточно простая. Берем случайную позицию, смотрим на нее, оцениваем все стороны, считаем очки, считаем перспективы. Естественно, пытаемся оценить вообще ситуацию, после чего вгоняем в бота. В моем случае это Лила с достаточно свежим файлом весов. Вот, и смотрите, что говорит она. Вот, и, естественно, моя задача будет постараться прикинуть процент. Но, к сожалению, в очковом эквиваленте боты пока что, по крайней мере, не говорят свою оценку. Но, тем не менее, может быть, когда-нибудь это будет. Вот, и это будет вообще здорово, то есть можно будет тренировать позиционку таким образом. Вот, и к разговору по спаре, соответственно, пришел 10 тысяч таких вот позиционных задачек, и после этого якобы стал играть намного сильнее, по его словам. Ну, вот, соответственно, давайте приступим. Взял совершенно левые игры, просто все подряд с GoFoGo. Вот, и давайте посмотрим быстренько, то есть без комментариев, ну, просто приходим к позиции тогда, когда не будет дикого файта. Блин, а партия какая-то прикольная. Да, надо будет как-то потом поподробнее изучить. Да, прикольные формы. Угу. Так, вот, наверное, сейчас достаточно неплохой момент для этого. Вот, и, собственно говоря, как мы вообще оцениваем позиции? Смотрим на количество очков, первое. Второе, смотрим на... Даже не так. Первое, смотрим на сильные и слабые группы. Если есть какие-то слабые группы, или оппоненты, или у вас, соответственно, нужно либо атаковать, либо защищаться. Тогда, хотя вообще нет смысла пока в позиционном анализе, если такая ситуация возникла, потому что файт прежде всего, выживание группы прежде всего. Соответственно, если все нормально, все живы-здоровы, то переходим ко второму шагу, это оценка сильных, слабых групп. Если, точнее, оценки, разумеется, очков.
Вот если по очкам все нормально, переходим к третьему шагу, это перспективы. То есть у кого больше будет вес, у кого меньше, что вообще делать дальше. Вот, ну, естественно, цель у нас простая. Оценить силу групп, оценить очки, оценить перспективы, прикинуть следующий ход, прикинуть процентаж, вот, и так далее. Хорошо, смотрим на группы. Вот, ну, группа А легко выживет. Группа Б, разумеется, живая. Но сейчас, скорее всего, будет небольшой файт между С и Д. И та, и другая группа в не самых таких хороших кондициях, особенно С. Угол белых, конечно, окружен, и против него есть низкий центр ходы, но вроде терпимо. И, скорее всего, черный еще сверху ход будет добавлять, потому что... Хотя, наверное, не будет, да? Там, по сути, какой-то EF похож на такие более-менее MI. Тем более еще есть какие-то опции в G сходить, ну, на увеличение базы, так что хода сейчас сверху не будет. Соответственно, черный должен где-то слева будет сыграть в H. Наверное, важно. Или Y. Вот, ну, в общем-то, файт там продолжится. Вот, ну, про камень справа белый не думает. Сверху белый, если более-менее крепкий. Снизу тоже более-менее крепкий. Вот, он, на самом деле, везде использует фразу «более-менее». Вот это не особо хорошо. То есть у черного-то все крепко. Один крепкое, два, три тоже крепкие, четыре крепкое. Но единственное, пять. Вот прям как у белого везде как-то вроде и более-менее, но что-то не особо крепко. То есть и тут формы широкие. Вот это все очень широкие формы. Как-то слабо. Тут тоже какие-то центры ходы против всего этого дела есть. Тут еще какой-то пункт сверху неприятный, в точке 6. На самом деле, конечно, неудачный момент для оценки позиции. С другой стороны, наверное, вот удачный, да? В том плане, что такая из реальной партии. Ну, точно не какой-то там случай, когда драка закончилась, сиди в лабораторных стоях, считай, у кого больше очков. Тут нет, тут все жестко, тут надо считать варианты в том числе. Итак, хорошо, ладно. У белого явно позиция менее крепкая. Так, а по очкам? Давайте поставлю опять в другое место. Диаграмму просто очистить. Значки надо посчитать. Желательно это делать максимально точно. Потому что партия простая, скорее всего, партия близкая. Для не меня, как для человека. Наверняка у кого-то из них уже процентов 80 либо даст. Ну, как, мне кажется, партия должна быть близкая. Хорошо, 15. Тут, конечно, тяжело считать, с учетом того, что у черного есть А, Б, С комбинация. Там на хана еще атаки последуют, соединение. Какой-то... Атари еще здесь, сюда, 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 сюда. Тут еще вся камень отпиливается, это соединится, еще раз ход добавит. Сюда, антикеева. Что-то я увлекся, да? Да, что-то какой-то длинный вариант вышел буквально. Ладно, давайте тогда вот так сделаем. Очищаем. Хорошо, очечки. Лучше посчитать очечки. Ну, в любом случае, у белого тут... Минимум 20. Тут, наверное, около 5-то может быть. И будет тоже 5. Тут непонятно вообще. Да, сейчас, скорее всего, именно тут и будет играть. Хорошо, у черного. Порядка 12, наверное, да? Тут, наверное, считать не пятерку. Не 4, скорее. Белый, скорее всего, сам в кейм сходит. А, стойте. Если черный нанирует, белый просто в А, да. На этот ход сюда пропихнулся. На 2-1. По-хорошему, черному еще надо ход добавлять. То есть я так поспешил с нижним левым. Черному надо ход добавлять, скорее всего, где-то здесь. Может быть, начать прилипание, кстати, там. В П, чтобы постараться максимально
Да, катит Б. Б мне вот нравится, наверное, следующий. Повторюсь, партии я не видел, поэтому могу ошибаться. Я готов публично сесть в лужу. Возможно, Б, да. Угу, ладно. Хорошо. Справа. Ну, тут еще какие-то вторжения на самом деле есть. Там какой-нибудь С. Тем более есть же еще адзекан на Д. Такие прилипания в Е. 15. Ну, не знаю, суммарно. Ну, блин, тяжело это золото. То есть 15 там точно есть, но... Скорее всего, еще и десятка какая-нибудь появится. Да уж. Тяжело. Нет, реально сложно. Сложный тип задач оказывается. Я, честно говоря, не ожидал, что будет так сложно. Думал как-то... Ну, хорошо. Давайте, наверное, небольшое резюме подводить. Больше 40 у черных, у белых. То есть меньше 40, но опять же. Сейчас если черный защищается, то у белого темп, но он тут успеет. Вся группа у черного слабла. Ну, тяжело. Что-то так это жесть. Нет, очень сложно. Но все же не знаю, у белого. Не знаю, мне кажется, у белого чуточку хуже. Все же по очкам более-менее ровно, да. У черного, конечно, снизу слева непонятная фигня, но с другой стороны у белого, у самого очень много слабостей. Не знаю, я бы тут черного дал. Не знаю. Очень близко, пускай 52 за черного. Допустим так, хорошо. Так. Смотрим, что там какие-то файлики были расположены. Так, хорошо. Та же самая партия, но видим. Отматываем на тот самый ход. А, кей ему сыграл. Блин, ну вот, всю интригу испортили. Так, ну, начнем с того, что я угадал, что у черного приятнее. Кима был Магари. Кима типа хуже. Причем на 10% хуже, ничего себе. Он посидел, она штука режется. Так, так. Ну да. Это опасно. Играет здесь черный. Магари проще. А, ну смотрите. А с следующим ходом как раз 52% и будет. 53, ладно, погрешится 1.5%. Ну что, я молодец. Там все не похвалишь, никто не похвалит. Интересно. Ну, реально сложно. Не так-то просто, как кажется. Хорошо. Да, было разрезание. Ого. Ого. Ой, жесть-то какая. Как-то вообще в голову может прийти людям. Серьезно. Боже мой, ваши вкусы специфичны. Что происходит? Жесть. Ладно, Кирилл-то говорит. Это близкая партия. Нет, мы сейчас придем. Нет. Черный, приятно. Сейчас ход.
Через... Программа говорит, вообще не отвечать, просто резать. Жесть-то какая. Ну, партия классная. Хочется на самом деле повнимательнее посмотреть. Вот на этом и есть суть предмета наших сегодняшних дискуссий. Ну, даже не знаю. Давайте просто быстренько посмотрим, мне просто интересно. Сняли. Черный, конечно, должен проиграть. Притопнул и в углу белого совсем много очков. И группа умерла просто так. И снизу группа, в принципе, соединилась с верхней. В общем, короче, черный тут, мне кажется, накосячил последними несколькими ходами. Да, вот то самое, а теперь реализуется. Чем белый выжил в углу. На самом деле, можно снова запустить фигу, посмотреть на позицию и оценить. Да, давайте наш так и сделаем. Уверен, сначала оценим. Так, ну сейчас все максимально просто. Все крепко у всех причем. То есть нужно. На самом деле, тут просто задача посчитать очки. Рисовать. 5. Два, да? Тут, наверное, первый правил вообще на 3 очка суммарно. Считай, конечно, а приятная. Давайте пока не будем его считать. Например, точку 5 можно считать. Ну, мне кажется, белый на самом деле побеждает безоговорочно. И пленники. Всем здесь помню, что-то дофига, да? Черного что есть. Он смотрит, это считать нечего. Понятия нет, только у черного. Там снизу. 15. Справа. Тут я ничего сыжу, еще какой-нибудь вот такой, через прилипание. Тоже не понятно, сколько это считать. Ну, я не вижу, что больше, чем 30. 100% вероятность победы белого. Я поверил, если тут не слабости были. Проблема в том, что их нету. Нет, я не понимаю. Ну, хорошо, тут еще там. Черный будет суммарно очков 10 вообще. Даже вот с этими всеми. Ну, то есть, с учетом того, что это центр сжатия. То есть, такой ход какой-нибудь. Да нет, нету тут. Конечно, еще сверху ход опа оставляет белого выживать, потом удар в пятерку. Нет, мало чего дает. Надо вообще сходить в Б. Большой ход. Ну, хорошо, ну, не знаю, знание большое. По самым скромным прикидкам это 5 очков. Наш пешок вот это уничтожится. Ну, в общем, не 180% за белое. 130-й фон, да? Сейчас у черного должно быть около 20. Че, я занизил? Вот тут. 34. Неужели ставание не настолько большое? Не знаю, мне кажется, очень большое отставание.
Это 38-3. Ладно, кто такой, что спорит с Лилой? 39 даже. Не знаю, больше 27 на самом деле не дал. Ну, давайте посмотрим, что там дальше было. Вот, но я уверен, что белый выиграл эту партию. На подстачу. Черный пытается что-то тут намудрить, создать очки в центре. А что, он не жив, что ли? Я тупой, да? Да уж, классно. Классный пристойный анализ, не мог пустить, что я не жив. Да, это ни разу не сэмп. Да. А, ну хотя как? Ну что, это скобрь вас рано. Бывает тупо сходить. Ну хорошо, получается, у черного появилась возможность заграбастать себе то, чтобы было 5 очков белого. Выше 30 очков суммарно это все стоит. Изначально, ну сколько мы считаем, 55 в лучшем случае. Ну, соответственно, черному нужно потратить 2 хода на 30 очков. То есть у него будет 85, у белого будет 70. То есть белому за 2 хода нужно оградить пятнашку. Ну, на данном стадии это достаточно реально. Это очень большой ход. То есть от 30 очков справа ничего не осталось. И у белого еще дополнительные 5. И сента. И сента. На 30 очков ничего не осталось. Очки расставим, еще и тут прилипали. Ну, все равно, достаточно большое преимущество у белого, поэтому... Ну, все, остался. Нашел, конечно, в очках. Бот нам не скажет, сколько у кого. Вот, ну... В общем-то, да. Самое же сложное в середине партии. Хорошая тренировка. Надо будет практиковать, можно сказать. Новый тип задач разработать. Вообще, можно сразу новый задачник выпускать. Там, конечно, проблема в том, что каждый бот варьирует свои ответы. То есть, если тут давал, там, где Лил дает 65 или дает 99, вот почему не утрирую. Поэтому... Есть некоторые нюансы, но, кажется, идея имеет место быть. Вот. Ну хорошо, да, давайте, наверное, сегодня на этом закончим. Достаточно маленькая, короткая вышла, но уже почти час ночи, так что надо бы. Спасибо за просмотр, всего доброго.